Виктор Семенович придумал такой для себя, как бы, ну, жанр, что ли, что вот он работает в этом жанре. Жанр сочинения песен для совместного пения. Так он это определял. Потом, поэтому часто его песни исполняли разные ансамбли, как-то все вместе. За столом хорошо поется, кстати. А я уже потом это прорвалось, когда появился проект «Песни нашего века», появился хор бардов. Но вот из самых таких первых песен для совместного пения, это был цикл на стихи Дмитрия Сухарева. Мы продолжаем поздравлять нашего великого поэта с юбилеем. Начали мы это здесь 1 ноября, ровно в его день 80-летия, и будем продолжать поздравлять не меньше года, потому что, например, Городницкий свое 70-летие отмечал 2 года. Может, гитарку на монитор подольше? Самое синее море, белый прибелый возьму, пароход сяду, поеду дорогой прямою. Все на восход, на восход, на восход. Мою где-то медленный рот разовод от рассвета. Сяду, поеду на Дальний Восток. На Дальнем Востоке пушки молчат, молоденькие мальчики скучают без девчат. Скучают без девчат, не хнычут, не ворчат. Мальчась в порядке держат и в домино стучат. Синее море, белый пароход, сяду, поеду на Дальний Восток. На Дальнем Востоке пушки молчат, а русские ребята скучают без девчат. На восход, на восход, на восход.